ВКонтакте у вас на сайте был у нас, нет? ВКонтакте нет, я у вас был вообще на сайте. Не, на сайте был? Да-да-да, конечно, был. Ты чё, там это у вас гайд есть. Я не знаю, вот, я просто смотрел, я хотел по-другому делать, но, не знаю, хочу попробовать вот по-вашему, как у вас там написано. Какой бой, как бы, понял. Рикус там снимал. Ну ты мне... Ну Рикус в волках, ну это наш чувак. Я понял, ну ты... Создатель гильдии, он... Ты мне, короче, сделаешь, да? Сет мне, тебе надо только... Была. А как мне потом перестраиваться, когда будет 50 на легкий? Тебе шмотки временные дадут, три ящика, только не открывай. Открывай один ящик, он месяц у тебя будет шмотки. Понял. А. Пропали, открывай второй ящик. У тебя будут легкие, средние и тяжелые. Понял. Только не открывай их сразу, открывай один ящик. Понял, я тебя понял, все. Ну я не, да сразу... ему и так сейчас, ему рано. Да-да-да. Да потом сразу три ящика не открыл. Я понял. Я сегодня это... Витя, 29... А мне не надо. Я сегодня 29... Я сегодня не буду. Чинишь или буду? Ну да, ты возле меня. Ну потому что Олег не сможет это... чинить или чинить. Но я тебе как бы доверяю. Если я буду сегодня починю. Зачем она? Вот у тебя спроси это, а он... Я не вижу, как где он. Александр, где он? У него снаряды и остались, нет? У него до хрена. У него до хрена. До хрена, сколько до хрена? Что штук это мало? 700. А, ну ни хера себе, видать. Это до хера. Я, короче, боцманом пока. Даже был. У меня 240 еще с того раза осталось. Все уже выпали. Это, как... Видите, я сегодня первый раз дуэлился, меня Олег наставлял. Че, скоро пойдем, нет? Пару человек осталось, сейчас перейдем.